Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот эту вот сумочку поясную, либо через плечо, вот как-то она сейчас носится стильненько. Вот такая вот она. Походу, немного объясню, как связать побольше, но я думаю, больше не надо, хотя желания разные. Вот это первая сумка, которую я пробовала, как бы, проводила испытания, она больше. В чем разница, я походу объясню. Ну, объяснять я буду вот эту вот поменьше. По мне, она самый оптимальный вариант размера. Вот вяжется она, начиная с клапана, и вот так вот одним полотном заканчивается вот здесь, без швов, без ничего, все одним полотном, ну, кроме поясочка. Вот, все, девчонки, начинаем. Итак, вооружилась я пряжей, значит, ленточная пряжа, вот видите, сейчас я вставлю вот здесь, вот довольно популярная, я уже из нее что-то вязала, не помню, не помню, вязала и распустила. Крючок у меня, вот не знаю почему, но 4,5 миллиметра. Вот мне удобнее из этой пряжи вязать крючком, который тоньше. Потом изделие какое-то плотнее, то ли получается аккуратнее. Ну, в моем случае, вы пробуйте, девчонки. Вообще, для этой пряжи рекомендован крючок больше. Вот, но я использую такое 4,5–5 миллиметров приблизительно и не больше, потому что большим крючком почему-то мне неудобно. Вот фломастер и листы я приготовила, буду вязать и одновременно рисовать схему, чтобы все было понятно, максимально понятно для всех, и для начинающих, ну, для, я думаю, для которых опытные вязальщицы. Поставьте на двоечку на скорость видео и посмотрите в два раза быстрее, и вы поймете все, и вам не нужно, и вам не нужно будет тратить время на это видео. Значит, каждый ряд я буду проговаривать и прорисовывать. Значит, первым делом я набираю цепочку из 6 воздушных петель. Вот эту петлю, как бы этот узелок, я не считаю, вот уже начинаю считать отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот теперь так, буду рисовать их крестиками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь одна петля, одна, как мы будем рисовать петлю подъема кружочком, давайте у нас будет кружочек, это петля подъема. Значит, 6 петель, 1 петля подъема, воздушная петля, и вот она шестая, первая, как бы последняя, я ее держу всегда пальцем, и вяжу, поворачиваюсь и вяжу 6 столбиков без накида, раз. Так, и вот она шестая петля, да, которую я держала пальчиком, из нее я вывязываю 2 столбика, раз, 2. Далее вяжу 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И из последнего вывязываю 3. 1, 2, 3. Обычные столбики без накида. Вот он, первый ряд. Вот смотрите, каким образом я нарисовала. То есть из этой последней петли у нас воздушная подъема и 2 столбика, между ними 4 столбика, и из последней петелечки вот 3 столбика. Я почему-то, видите, крестиками нарисовала и набор, и сами столбики. Ну, да, пусть уже так и будет. Следующий ряд мы делаем воздушную петлю, воздушная петля, вот она у нас, вот это как бы кромочная, и далее из следующей мы вывязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Теперь здесь у нас будет 6 петель,
Раз. Теперь вот из предпоследнего вывязываем 3, точно так же, как и в начале. Три, и последний вот как бы из петли подъема кромочный столбик, да, ну, так называем кромочный столбик, вот так, такое. Значит, отсюда мы поворачиваемся, видите, петля подъема — это то, что мы сейчас вязали. Отсюда петля подъема из этой петелечки, из этой мы вывязываем 2 столбика, потом по одному 1 2 3 4 5 6, и вот из этого мы вывязываем 3, 2. Ой, что ж я, здесь 3 у нас со второго, девчонки, я прошу прощения, 3. Здесь из первого столбика у нас воздушная петля, далее из второго 3 петли, далее 6 столбиков и 3 столбика, и последний столбик в кромочную петлю. Далее из этого столбика у нас снова идет петля подъема. Следующий ряд. Вот мы делаем петлю подъема, поворачиваемся. Теперь мы вяжем 1 столбик после петли подъема. И из второго 1 2 3 вывязываем 3. Здесь мы вяжем теперь уже 8 столбиков. 1 2 3 4 5 6 7 8. Со следующего столбика мы вывязываем 3. 1 2 3. Столбик следующие петли и последний кромочный столбик. Вот видите, это у нас крышка сумочки вырисовывается. Значит, вот первый столбик я буду так стрелками рисовать, второй, вернее, воздушная петля, второй столбик, и с третьего как бы 1 2 3, отсюда мы вывязываем 3. И далее мы идем по одному. 1 2 3 4 5 6 7 и 8, вот здесь вот. И далее из вот этого мы вяжем 3. 1 2 3 1, и еще один кромочный. Да, всего у нас вот видим, да, воздушная петля, столбик, 3 из 1, 8, 3 из 1, столбик, столбик, кромочная. Так, теперь мы будем подниматься отсюда воздушной петлей. Вот она, воздушная петля. Воздушная петля, поворачиваемся. Вяжем 2 столбика, 1. И 2, из третьего мы вывязываем 3. То есть в каждом ряду у нас здесь добавляется по одному столбику. 1 2 3, и по 2 петли у нас добавляется в промежутке. Здесь у нас уже теперь будет 10 столбиков. 1 и здесь мы вывязываем 3. 1 2 3, и в конце у нас 3 столбика, так как здесь воздушной петли нету,
здесь у нас 3 столбика до конца ряда. Так, значит, здесь у нас 1, 2, то есть вот, и вот из этого мы вывязываем 3, 1, 2, 3. Теперь здесь у нас 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова у нас из вот этого вот 1, 2, 3, и здесь последняя 1, 2, 3. Теперь снова мы переходим из последней петли воздушной петлей и переходим в следующий ряд. Здесь у нас было 8, здесь у нас 10 посередине между вот этими троечками, да? Вот тройка, вот тройка. Так, я думаю, понятно, здесь 6 и так далее. То есть здесь у нас плюс 1, 2, здесь 3, 3, 2. Далее будет точно так же добавляться, такой же частотой. Так, теперь у нас воздушная петля, поворачиваемся. Теперь у нас 4, 1, вернее, 3 с кромочной петлей, 4, 2, 3, 1, 2, 3, кромочная петля, 4, и вывязываем 4 столбика, и вывязываем 3 столбика, 1, 2, 3, вот они, видите, по 3 идет, 3, 3, 3, это наш уголок. Теперь у нас между этими углами 12 столбиков. И снова 3. 1, 2, 3. И последние 4 столбика. 1, 2, 3, и кромочный 4. Так, то есть здесь у нас 1, 2, 3, 4, из вот этого у нас 3, 1, 2, 3, из вот этого 1, 2, 3, и здесь у нас 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и здесь у нас 4, 1, 2, 3, 4, поднимаемся, петля подъема, и то же самое. Теперь у нас здесь будет после петли подъема 4 всего, с ней 5. 1, 2, 3, 4. И следующее вывязываем 3. 1, 2, 3. Внутри у нас будет теперь 14. И со следующей вывязываем 3, 2, 3 и 5 последних. 1, 2, 3, 4, 5. Так, есть. Смотрите, какой клапан у нас красивый вырисовывается. Здесь у нас 1, 4, 5. Из этой петли у нас 3, 1, 2, 3. Здесь у нас 14. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
14 из этой петли, 3, и здесь у нас 5. 1 2 3 4 5, 14, и поехали. Следующий ряд, воздушная петля, и теперь у нас уже будет 6 вместе с воздушной петлей, значит 1 2. Вообще раньше я считала, не считала, то есть петлю потом добавляла, но сейчас как бы общее количество 3 4 5 6, и потом из 7 мы вывязываем вот эти вот наши 2 добавления по 3 петли из одной. Теперь здесь у нас будет 16 уже. Так, и кроме здесь 3. 1 2 3, и последние 6 столбиков. 1 2 3 4 5 6. Немного сдвину сюда, девчонки, потому что здесь у меня не помещается. Значит, 1 2 3 4 5 6, я думаю, вам будет понятно. Здесь 3, 1 2 3, здесь 16, 1 2 3 4 5 6 16, и здесь вот 3. Вот так у меня получилось, не пугайтесь, оно должно быть вот так вот, просто у меня здесь не помещается. 1 2 3, и здесь вот 6. 1 2 3 4 5 6, да, это мы провязали. Теперь мы поднимаемся еще один последний ряд. Теперь у нас здесь будет петля подъема и 6 петель. Так, 1 2 3 4 5 6, здесь вывязываем 3, между добавлениями 18. Вот сюда 17 повязываем. 3 2 3, и здесь последняя 7. Я просто считала, перепроверяла сама себя. 3 4 5 6 7. Все, это у нас в этом случае, в этой модели, последний ряд. Так, значит, 1 2 3 4 5 6, вместе с кромочной 7 3. 1 2 3 16, здесь у нас 18. 1 2 3 18, последняя троечка, здесь у нас 6, здесь 7 7. 1 2 3 4 5 6
7, здесь 18. Вот и все, девчонки. Для большей сумочки вы просто набираете вот здесь вот большее количество петель. Допустим, не 6, как мы набирали, а 8 или 10. В синенькой сумочке у меня набрано 10 петель и провязано на один ряд больше. Всего лишь, в чем разница. Вот, теперь мы заканчиваем первый этап. Схема у нас заканчивается, да, это наш клапан. Вот я ее откладываю. Теперь мы, что мы делаем? Наш клапан, какой бы он у нас ни получился, нам его нужно обвязать полустолбиком. Вот так вот. Ой. Значит, вот таким вот образом. Полустолбиком мы продеваем спицу между столбиками предыдущего ряда и провязываем вот такую вот косичку, то есть уплотняем наш край. По всему кругу. И считаем, сколько у нас здесь петель. Вот, я забыла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель у меня здесь. 10 10, ну по сути, в принципе, девчонки, правильно. Вот видите, я считала, у нас то здесь 7 и 3 10, 7 и 3 20 и 18 38 петель. Отлично. Ну, для верности перепроверили. Теперь рисуем мы вот такую вот заготовку. 38 петель подразумеваем здесь. Фломастер у меня не рисует уже. 38 петель. Теперь, что мы, это наша, как бы, сейчас вы поймете, что здесь у нас будет, как мы это все дело рисуем. Теперь нам нужно провязать столбиком вот здесь. То есть клапан у нас готов уже и обвязан, да, видим, он красивый у нас. Теперь нам нужно провязать столбик без накида вот так вот по всей длине этого клапана. Одну воздушную петлю, я ее считаю, и считаем петли. 2. Здесь вот как бы из каждого ряда мы вывязываем по одной петле, как бы из каждой кромочной. 1 2 3 4. Так, обвязали. Видим, 24 петли у меня. Значит, по центру у меня 24 петли. 38 минус 24 будет 14 петель. Значит, то сейчас уже все вы поймете, девчонки. 24 здесь у меня вот, да? Вот здесь вот. И остается у меня 14 петель. Это значит, здесь 7 и здесь 7. Вот таким вот образом мы просчитали. Это я для этого размера, я показываю саму суть для того, чтобы, если вы, для тех, кто будет вязать другой размер, как бы побольше. Значит, здесь я набираю 1 2 3 4 5 6 7. Вот держу последнюю петлю, делаю одну воздушную петлю подъема и из этой петли начинаю вязание в обратную сторону. То есть я добавила 7 петель. Всего у меня должно быть здесь 38, как было, как у нас по клапану, количество петель, которое у нас соответствует клапану, последнему ряду. Так,
последняя петля. Вот смотрите, и с этой стороны мы тоже добавляем 7 петель. 1 2 3 4 5 6 7. Держу последнюю петлю, 1 воздушная петля подъема, и из этой начинаю вязать в обратную сторону. То есть по итогу у нас получилось те же 38 петель. То есть вот эта часть должна соответствовать вот этой вот части. И теперь вяжем эту деталь. Так, вяжем ряд до конца. Этот вот, и со следующего ряда мы начнем делать скосы. Так, последний кромочный столбик. И теперь, девчонки, теперь мы будем делать в начале каждого ряда таким вот образом. Делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваемся. И теперь, видите, вот у нас кромочный столбик, петля подъема. Теперь мы должны, по сути, вязать вот в эту дырочку, да, в следующий столбик. Но мы его пропускаем и вяжем через него аж во второй столбик. Таким образом мы сокращаем по одной петле. Так будем делать в начале каждого ряда, чтобы у нас были равномерные сокращения с обеих сторон. Таким вот образом мы уменьшаем. Здесь, конечно, я уже не буду рисовать прям каждый ряд, потому что все у нас одинаково. Значит, мы вяжем вот так вот, поднимаемся. А здесь, если считать вот так столбики, да, вот она воздушная петля, и мы этот пропускаем и вяжем со следующего. То же самое в начале следующего ряда. У нас последние столбики, да, мы делаем воздушную петлю подъема, один пропускаем, здесь у нас как бы кромочный, и со следующего вяжем. Снова довязываем ряд до конца нормально, поворачиваемся и делаем то же самое. Один пропускаем и вяжем со следующего столбика. Таким образом у нас деталь будет принимать вот такой вот формат, да? Будет сужаться равномерно. Так, сейчас я продолжаю вязать, вот сейчас до конца ряда, в начале ряда, через столбик, то, что я вам показала сейчас. Вот таким вот образом туда и обратно продолжаем. Так, девчонки, и вот такая вот заготовка у нас получается. Всего у меня здесь провязано на 16 рядов, и те 7 петель, которые я добрала здесь по бокам, я их и сократила. Вот если смотреть на схему, вот так вот я от руки нарисовала, да, как обычно. Вот, значит, эти 7 петель у нас убрались, да. И осталось 24 петли, как в начале, как от клапана. Здесь у нас этот клапан, который у нас, от которого мы вывязали 24 петли. Сейчас что я делаю? Вот, мне нужно, вот следите, чтобы вот эта обвязка была там, на лицевой стороне. Потому что, вот покажу вам секрет, что я делала. Видите, я провела линию на лицевой стороне. Вот внимательно не проведите вы. Вот по изнаночной стороне я вот от клапан отделяю как бы вот эти 7 петель. Это нам нужно для того, чтобы присоединять эту сумку. И не обязательно фломастером, я фломастером рисую, чтобы вам было видно. И вот теперь вот мы будем как бы поворачиваться и вязать туда, рисовать
Я не буду, потому что я не знаю, как это все нарисовать. Я буду сразу вязать. Так, первый ряд пока я здесь не креплю, потом буду показывать. Вот видите, что я нарисовала? Ничего, я постираю. Вот. Хорошо, что, как я всегда говорю, хорошо, что это сделала я, поэтому могу предупредить вас, чтобы вы этого не сделали. Так, здесь вот видите, еще убрана как бы петля, но кажется, что она лишняя, на самом деле вот я сравняла, да. Так, теперь внимание, девчонки, вот последнюю петлю я провязала. Теперь вот видим, будем передвигаться по вот этим вот секциям, их хорошо видно, видите, в два ряда секция. Теперь полустолбиками я продвигаюсь весь вверх. Вот моя линия проведена. Я вот так вот захватываю у этой линии один ряд, да, и продеваю петлю, как бы провязываю раз и вторую, то есть на два ряда я подняла вверх свое вязание. Видите, сейчас оно будет видно. Теперь я поворачиваю. Вначале оно не видно, и вяжу. Теперь по сути мне нужно вязать отсюда, да, из первой петли. Но далее я буду добавлять по одной петле, так точно так же, как я здесь убавляла, то здесь я буду добавлять. Давайте еще раз. Вот они, мои подъемные петли. Вот здесь вот как бы эта петля последняя, да, петля, которую мы не вяжем. Вот они, наши петли подъема. Вот она, первая, должна быть первая петля, из которой мы должны вязать. Но мы вяжем из вот этой вот петли подъема, так называемой, хотя она здесь не видно, что она петля подъема. Вот. И теперь я двигаюсь на другую сторону. То есть присоединять мы будем по вот этим вот линиям. Эти хвосты у нас будут декоративные. Ну, они тоже как бы играют свою роль, ну, не только декоративную. Так, вот я довязываю до конца ряда. Вот, и теперь вот это вот мы цепляем за, вот здесь контролируем, видите, вот этот ряд, за который я цепляла. Теперь мы цепляем за не вот точно так же, хватаю за один ряд как бы и за второй ряд по линии, чтобы все у нас было ровненько. Все, низ мы загнули, сейчас будет очень. Так, опять же смотрим, видите, вот наши петли, которым мы прикрепились, а вот наша первая петля, а мы вяжем до нее, то есть добавляем одну петлю перед ней, вводим в крючок. То есть в каждом ряду мы добавляем по одной петле. Сейчас уже будет проще, оно будет очень четко видно и понятно. Видите, мы поднялись на два ряда и прикрепили. Так, я приближаюсь к концу ряда. Теперь снова, видите, здесь я прикреплена, теперь я передвигаюсь выше на два ряда. Хватаемся, полустолбик, следующий ряд,
полустолбик. И снова, видите, так, там я продела нитку сзади, надо ее оставлять впереди, видите, видно ее, так что внимание опять же. Так, вот она наша первая петля, в которую мы должны вязать. Мы вяжем на петлю раньше, перед ней, то есть добавляем одну петлю. Смотрим, здесь видите, два ряда сектор, два ряда, то есть мы поднялись уже на 4 ряда с этой стороны. Вот она нить, видите, по-хорошему я и должна была сейчас перевязать это все дело. Так, довязываем до конца ряда. Вот она наша петля, которую мы добавили, ее мы тоже провязываем. То есть петли будут точно так же увеличиваться, как здесь, но так как будет прикреплено по вот этой линии, сумка наша примет вот этот вот 3D объем, обретет. Вот следующая двойка. И цепляю по нашей линии. Так, здесь вот первая петля, начинаем перед ней. Все, девчонки, вот таким вот образом мы передвигаемся, добавляем в каждом ряду по одной петли и передвигаемся вверх по вот этой вот линии до клапана. Видите, уже наша сумка принимает объем, как бы, вот, и продвигается вверх. Так, довязала я до верха, девчонки. Вот видите, последняя у меня петля, я приблизилась к клапану. Вот, вот так вот выглядит, видите, петли у нас увеличились, и здесь у нас сумка приняла форму. Теперь здесь вот последний ряд я обвяжу точно так же полустолбиком, как и крышку. Вот видите, хорошо видно, что я сейчас нахожусь в последнем ряду. Вот видите, и здесь вот последний захват у меня в последнем ряду. И теперь по кругу еще полустолбиком пройдусь, и все. Вот я довязала до конца, теперь я обрежу нить. Все, теперь я ее здесь продену. Ниточку. Так, отлично. Все, крючок нам больше не нужен. Вот наша заготовка. Да, я думаю, все у нас понятно. Теперь вступает в работу два маркера, которыми мы должны, вот у нас тут в моем случае 38 петель, и мы должны отделить половину. 10, 11, 12, 13, 14,
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь вот половина получается примерно вот так вот. Так, видно, да? Мы в середине. И здесь вот точно так же нам нужно. Так. Все, здесь мы пометили половину и половину. Теперь наши молнии. Берем молнии, девчонки. Здесь, конечно, придется повозиться. Но оно того стоит. Нить должна максимально подходить по цвету сумки. Не молнии, а сумки. Потому что мы будем шить по вязаному полотну. Итак, для начала нам нужно соединить эти две молнии, как бы, чтобы они сходились посередине. Для этого, вот смотрите, я накладываю внахлёст, как бы, эти две молнии, отворачиваю вот этот уголок, чтобы он у нас не выглядывал, и здесь прошиваю просто такими стежками сметочными, чтобы зафиксировать всего лишь. Здесь можно даже и черной нитью, но я думаю, у меня вот должно было это случиться. И вот это вот, видите, одну я зафиксировала, и теперь вот эту вот вторую я точно так же отгибаю и фиксирую, чтобы, видите, чтобы здесь у нас эти края не выглядывали, только лишь с этой целью. Видите, здесь я тоже отворачиваю. Так, видим, да, здесь у меня подогнуто и здесь подогнуто. Вот, конечно, надо было делать это все черными нитками, вот, но неважно. Опять же повторюсь, учимся на моих ошибках, не на своих, а на моих. Вот видим их и учимся. Так, то же самое делаем здесь. Раз, подшиваем. Итак, молния у нас подготовлена. Конечно, вы можете взять молнию с двумя собачками. Вот. Тоже подойдет. Так, вот. Сшили мы. Обозначили половинку. И начинаем мы с вот этого вот края. Я беру иглу с узлом и из изнанки перемещая иглу в лицевую, как бы, на лицевую сторону. Теперь вот, внимание, видите, нижнюю часть молнии мы подкладываем как бы снизу, при этом конец молнии мы максимально упираем как бы сюда, вот так вот. И теперь мы шьем, захватываем молнию, то есть пришиваем молнию. Конечно, это не очень удобно, девчонки, но оно того стоит. Стежки будут довольно большие, не пугаемся, потому что потом мы пройдем еще раз или два, в зависимости от ваших как бы желаний, предпочтений. Ну, и как бы ощущений. Вот смотрим, здесь середина должна у нас совпасть вот так вот между этими молниями.
Так, видим, да, здесь у нас совпадает серединка, поэтому я уже снимаю это обозначение и шью дальше. Видите, вот эта попка должна опять же упереться у нас сюда, вот так вот, таким вот образом. Вот здесь вот у меня уже закончилась нить. Вот, теперь я сейчас просто вам покажу, как это выглядит, да? Здесь у нас вот, видите, и здесь то же самое. Вот. Сейчас я продену, вот, видите, как оно пришито. Вот здесь вот. Я сейчас продену еще один раз нить, пройдусь вот так вот, возможно, еще два раза. Точно так же, как сейчас пройдусь по вот этому месту. Так, вот теперь вот смотрите, я прошлась второй раз, видите? Теперь что мне нужно? Так, и верхняя часть, вот смотрите, я совмещаю мой клапан, видите, с молнией, стык молнии с вот этим обозначением, и начинаю шить отсюда. Слава Богу, узел. Ау! Спрятался. Так, я вот это уже сниму, чтобы не мешало мне. И теперь мне нужно подогнать эту молнию. Вот. Под клапан. Так, вот видите, очень аккуратненько, чтобы все у нас, вот смотрите, да, все совпадает. Неудобно, действительно неудобно, но ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь, придется потерпеть. Для этого я взяла иглу побольше. Так, вот, я, конечно, не снимала, потому что мне мешает вот здесь вот камера полностью, но покажу вам, видите, я его пришила, два раза прошлась. Так, что я теперь делаю? Вот, смотрите, игла у меня здесь, я дошла сюда, и теперь я выворачиваю, мне надо здесь зафиксировать вот эти вот мои хвостики, очень крепенько, чтобы они держались. Так, если у вас молния будет в тон, то понятное дело, у вас это все будет выглядеть намного аккуратнее, да? Все. И вторую сторону точно так же я зафиксирую. Видите, она пока у меня расхлябана, но это уже я не буду. Вот
Вот еще вот эту вот сторону я доделаю аккуратненько. Так, мои хорошие, вот наша сумка и вот наш пояс. Пояс я добавлю отдельно видео по поясу. Пояс шикарный, который вы потом можете использовать для любой сумки. Вот на вот таких вот карабинах он у нас крепится, которыми мы зацепляем вот здесь вот. Одна сторона и другая сторона. Вы можете не вязать пояс, вы можете его просто сделать с такого ремня. И все, закрепили. И такая вот у нас сумочка сегодня, девчоночки. С вами я сегодня прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока на сегодня.